смеркалось. Покрышка, смотри, ее взорвал кто-то зубами. Собака, наверное, большими зубами. Вот это взорвало. Блин, может, она сама порвала? Нет, сама так не будет. Здесь явно кто-то ее драл вот так вот. Драл зубами какими-то. Большими зубами драл. Дикое место. А я не драла большими зубами. Ну, правильно. Это не я зубами точно кусал. А почему ты решила, что это я кусал своими зубами? Почему я ее кушал? Просто у тебя были такие большие зубы, и ты ее кушал. А почему я и конкретно? Когда я ее кушал? Потому что у тебя были большие зубы. И что? Ты ее кушал. Шину вот эту я кушал, шину когда? Пошли, дерево, дерево. Когда? Дерево. Что за слово? Дерево. После утром. После утром я кушал эту вот большую шину зубами, драл ее вот так вот. А почему это я такой скалозуб? Потому что... У тебя были такие большие зубы. Ну, не исключено, конечно. Но мы не можем исключать и такого. Старый плащ, пистолеты взяли. И услышав громкий плач, на помощь побежали. Ой. Ой. Иди обратно, не бойся, не бойся. Давай, пропустим собачку. Пусть идет. Иди, хозяйка, куда ты бежишь? Не, он испугался. Не, он испугался. Не, мы ждем, чтобы он вернулся, иначе он убежит еще дальше. А иначе он убежит, мы его загоним, вообще выгоним из скверика. Он испугался, видишь. А что это ты? Полпесик испугался, как мы быстро ехали. А мы теперь ждем, чтобы он не боялся. Потому что он испугался. Вот видишь, его зовут. А его зовут Обама, потому что он черный. Смотри, как негр. А вот эта собачка не испугалась, маленькая нас. Песик испугался. Все, спасибо. Хорошо, едем. Вот и дело. Почему она испугалась, папа? Нас испугалась. Мы не страшны. А мы... Но почему он испугался? Почему он испугался? Он испугался, потому что он маленький тоже. Он маленький, а был бы большой, он бы мы бы его пугали. А он еще маленький, спасибо. И испугался, нет. Кстати, я его догнала. Конечно. Но если бы мы его дальше гнали, он бы бежал бы и бежал. Он нас испугался. А что ты ему говорил? Ничего не говорил. Ты же говорил, не бойся. Папа, ты же говорил, не бойся. Говорил, не бойся? Я не помню. Ну хорошо. Значит, говорил. Ну ему что ему говорить? Он же боится. Это как тебе, ты когда испугалась. Ты боишься? А если когда не испугалась? Ты как, когда я была маленькой собачкой, а я испугалась. Было такое, ну хорошо.
какая-то история интересная. Ох, смотрите, и птички испугались. Рад людей ужасный зверь около болота. Хочешь верю, хочешь не верю, вот у нас работа. Собака, собака, собака в Баскервилле. Собака, собака, собака в Баскервилле.